Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Welcome to my channel! Сегодня необычное видео. Я решила приготовить рыбу. Но я ее буду готовить на углях. Именно на углях всегда все получается вкуснее. И рыба, и мясо, и овощи. Поэтому сейчас я буду развожу огонь, нажгу побольше углей, и уже потом, ну, на это потребуется часа полтора, и уже потом в эти угли я заверну фольгу и буду готовить рыбу. Кстати, очень хороший способ. Приходится раздувать, потому что ранняя весна, и в Черногории в это время идут дожди, и хотя дрова под навесом вроде бы сухие, но, видать, схватили немного влаги, поэтому очень сложно приходится разводить. Но вот уже разошлись, поэтому сейчас уже не потухнут. Вот буду подувать, и чтобы было побольше углей. Дрова уже есть. Кстати, очень хороший способ отдохнуть. Сидишь, смотришь на огонь и отдыхаешь. Ну, какие столкнулись нюансы? Они любят здесь готовить на решетках. Шампура мы еле нашли. Шампура они здесь не любят готовить. Мангалы почему-то все без поддувов, без дырок. Поэтому еще поэтому сложно разгорается огонь. Вот, поэтому приходится вот так вот приспосабливаться. Но это особенности. Они так привыкли. Уже не первый раз это вижу. И их так устраивает. Ну, то есть привычка готовить на решетке. А я люблю на шампурах. Особенно, тем более, мясо готовить на шампурах. Вот купили дрова, здесь еще людей много отапливается дровами, особенно вот чуть-чуть, даже не в горах, а вот в городе, то есть у них котлы, такие мини-печки, и они топят дровами и готовят, потому что отопления-то такового тут нет, хотя в принципе тут даже минусовой температуры ее ночью и тут было там, не знаю, 2 дня. А дневная температура плюс 14. Кто будет отопление делать? Никто не делает. Нам, конечно, это непривычно. Ну, вот. Сейчас можно будет еще подложить. Видите, я положила дрова по бокам, чтобы они у меня получше подсохли. И теперь я просто их вот так вот хлоп. И сюда накладываю. Они подсохшие уже. И они будут хорошо схватываться. С этой стороны еще. Легенькая, сухая. Ну, часа полтора. Куда торопиться? Кстати, черногорцы, они никогда никуда не торопятся. Может быть, это особенность этой местности. Здесь жизнь очень замедленная. Вот. Если ты привык, энергию, быстро, бегом. Нет, здесь все по-другому. Здесь все медленно, спокойно. Я думаю, что, наверное, влияет климат. Море, горы, свежий воздух. А куда бежать? Поработал. Тут многоэтажек, может быть, только в центре и по побережью немножко. Все остальные живут в частных домах. То есть, по сути дела, страна маленьких частных домиков.
Конечно же, кто хочет посмотреть уже туристскую жизнь в Черногории, там пляжи и все, то, конечно, я вас жду, конечно, на Патреоне. Но кто не подписался, подписывайтесь, смотрите. Я планирую на этом канале вообще снимать видео, которое я буду готовить на улице. Потому что, еще раз скажу, пища, которая приготовлена на открытом огне, она реально очень вкусная. Так что что ж, делаем? Ждем, копим угли. А потом уже в угли, в фольги, я буду закапывать рыбу. Но для этого мне нужно много угли. И, кстати, на покупных углях так рыбу не приготовишь. Их все равно будет мало, и они не дадут тот жар и эффект, который нужен. Нужно жечь самому. Жду ваших комментариев, вопросов. Я на них с удовольствием отвечу. Но я буду продолжать. Жечь костер и отдыхать. В стиле Черногории. Пока.